Что в целом, у меня нет третьего глаза, я не могу предсказать, но мне кажется, это то, что там происходит, это начало печали. Это начало какой-то войны уже с Россией. Это заход, как говорится, с тыла. Мне кажется, что, в общем-то, глаз положили уже на Москву, и будут здесь раскалывать общество. Поэтому надо в такой ситуации собраться и протянуть руку помощи, Луганскую, Донецкую. Так нельзя абстрагироваться. С одной стороны, вроде мы друзья, а с другой стороны, напрямую мы их не признаем. И не даем им возможности жить. Фактически мы поставили их в условия вымирания. Так делать нельзя. Потом вы будете следующим. Это надо понимать. Поэтому если мы это не сделаем, то война перейдет в Ростов, а потом к нам ближе. Потому что все к этому идет.